Всем привет, с вами Дмитрий. Сегодня суббота. Вы смотрите это видео в воскресенье. Вчера был трудовой день. Немножечко зашевелились клиенты, выходные. Выходные у людей после рабочей недели. Народ пошел по магазинам, по продуктовым, по магазинам с одеждой, с меховой одеждой. Очень приятно встречать своих постоянных клиентов. К нам приходят по рекомендации, тоже очень приятно. Благодарю вас. Вот, сегодня был трудовой день у нас. Вот, некогда было развесить. Сейчас я буду все это дело развешивать обратно. После, так сказать, трудового дня. Смотрели вот такую шубку, очень красивый фасон. Снизу прямой крой, сверху поперечка. Но это не трапеция, как многие могут подумать. Это прямая шубка. Прямого кроя, не трапеция. Крой прямой здесь. Размеры 40, 42, 46 есть. Так, парка. Кожаный пуховик смотрели мы. Кожаный пуховик очень хороший. Размерчики от 46 есть до 56, до 58. Теплый, хороший на зиму. Цвет серенький. Стальной цвет. Можно его так назвать. Стальная расцветочка. Так. Летучку смотрели. Приходила дама сегодня. Две подруги с дочерьми. Одной дочке выбрали парку меховую с кроликом. Вот, ну, а мамы посмотрели себе шубки. Тоже понравились такие фасоны. Летучка. Пойду повешу ее на место. Так, смотрим дальше. Пальто шерстяное, вот мы смотрели, классика, трапеция, 48 размер, тоже мерили, фасон хорошо подошел, так, вот такая красота, с английскими воротниками. Вот, прямая шубка с английским воротничком. Смотрели мы, понравилось. Ну, это классическая, вы знаете, классика с воротником под пояс. Наверное, уже всем известная модель. До сих пор не выходит из моды. Так, вот здесь повесим. Так, смотрим. Так, поперечка с воротником, норка, трансформер, отстегивается рукав, отстегивается манжет, отстегивается подол. Все отстегивается. Это такая же шуба, тоже все отстегивается с капюшоном. Здесь даже еще капюшон отстегивается, вот здесь. Делается Шанель. Воротник Шанель. Размеры 40, 42, 44, 46. Все есть. Вот хороший ходовой цвет. Песок. Продается просто на ура. В этом году у нас 3 шубы уже продали таких. Песок. Такой он цвет приглушенный. Спокойненький, хороший. Оп. Так, это у нас махагон, поперечка махагон. Оп. Еще одна поперечка махагон. Так, тоже сюда ее повесим. Оп. Так. Летучки, английские воротнички. Все смотрели под пояс,
Ну, это классический фасон под пояс. Вот, с поясочком, с капюшончиком, махагон. Натуральный цвет. У шубы натуральный цвет, это, как правило, махагон. Темно-коричневый. Как говорится на простом языке, темно-коричневый. Их два цвета, махагон и орех. Посветлее, потемнее. Вот цвет орех, посмотрите. Вот он цвет орех, видите? Коричневый, натуральный. И темно-коричневый цвет махагон. Натуральный. Остальные все расцветки, это крашеные. Крашеные. Но на качество это не влияет никак. Крашено, не крашено, это не влияет. Никоим образом. Потому что качество везде великолепное. Тонировочка очень хорошая. Вон какая красавица. 46 размер, русский. С капюшоном. Укороченный вариант. Вот еще одна красотень. Светлый цвет. Пудрочка такая хорошая. Классика. Удлиненная классика. Так, что у нас тут осталось? Серенькая. Мышка осталась вот такая вот, серенький цвет. Черная поперечка еще одна. Оп. Так, ну и все. Эту мелочевочку мы сейчас развесим. Парка и пальто. Вот это красота прям. Кто повыше ростом, просто суперски будет. Английский воротник, мех нафа, очень хороший, густой. Отличается от классической норки тем, что плотный ворс, ось и ворс, и подпуш практически в одной плоскости. Смотрится монолитом. Вот. Интересная такая норочка, красивая. Вот, ну, летучки, все тут. Летучка вот есть, пожалуйста. Вот, ждем вас на примерочку. Сегодня это видео выходит, сегодня воскресенье у нас. Приходите с 12 до 4 дня. С 12 до 4. До встречи. Пока-пока.